Не могу определиться в выборе крестных родителей для своей дочери. Хочется, чтобы ими стали верующие люди, посещающие храм. Среди наших родственников таких нет. Я сама еще только прихожу к вере мелкими шажками. Подскажите, как поступить? Если вы не можете определиться в выборе крестных, правильно ли понимать, что у вас есть выбор вообще-то, но вы как-то это не можете определиться, кому, тому, тому или тому, как вот, кого пригласить, кому предложить. Если у вас такая ситуация, попробуйте предложить, я не знаю, всем конкурс объявите такой на крестных, кто вот всем предлагает, а вы между собой посоревнуетесь. Такой вариант не думали сделать. Дело в том, что есть необходимость пройти подготовку. Подготовиться, чтобы быть крестным. Вот есть вот у меня сайт специальный, подготовка к крещению. Там можно ознакомиться с материалами огласительных бесед, их 5. Ну, это, в принципе, несложно сделать. Но, тем не менее, для некоторых это является каким-то невероятно почему-то сложным делом. Хотя там ничего сложного в этом нету. Вот. Поэтому, может быть, получится так, что те, кто согласятся пройти подготовку, вот они-то как раз и сгодятся. Так что подумайте, может быть, вот так сделать. Предложите нескольким, но только скажите, что вот есть, нужно подготовиться к крещению. Те, кто согласится, значит, они где-то внутренне более ответственно относятся к этому делу. Правда же?